Всем привет, дорогие зрители! Я в районе Махмутлар. Здесь вот такой очень красивый проект в классическом стиле. Пришел отснять его, потом я поеду вас познакомить с этим застройщиком, который построил вот эту красоту. Они очень востребованы, эти проекты здесь. Быстро распродаются, как пирожочки. Так, вот такой проект. Это Best Life 3. Компания также называется Best Life Construction. Видите, знаешь, какие у них перегородки вот в белом, черных оценках. Есть у них лобби. Вот такое лобби. Вот лифт. У них бюджетные варианты на котлование, но уже потихоньку уже цены идут вверх, так как земельный участок цена поднимается, стройматериалы, бензин, арматура и тому подобное. Цены во всей Турции растут. Вот такой крытый бассейн. У них не в каждом проекте есть крытый бассейн. С этой стороны у нас фитнес. Все зависит от участка, который они смогут там приобрести. Вот такой фитнес. Здесь у нас зона отдыха, беседка. Вот качественно также стройматериалы использованы. Беседочка. И вот такой открытый бассейн. Не переключайтесь. Сейчас я поеду и покажу вам компанию. Познакомлю с шефом. Всем. Так, вот эта компания находится в Махмутларе. Прямо на улице Барбаросса. Салям алейкум. Вот такой офис у них. Поднимаемся наверх. Такой вот интересный офис. Салям алейкум, салям алейкум. Здравствуйте, Серкамбей. Рад вас видеть. Добро пожаловать в гости. Как поживаете, Серкамбей? Как идут ваши дела? Хочу вас познакомить с моими дорогими зрителями, как застройщика в Алании. Расскажите о вашей компании, о ваших делах, как идут у вас дела. Есть новые проекты. Работаем над этим проектом. Мы как застройщики в Алании начали уже как 3 года строить новые проекты. По качеству, по безопасности. Хотим сделать что-то тоже хорошее, чтобы было востребовано всегда на рынке. В то же время мы здесь работали раньше. Агентство недвижимости сейчас стали строить, так как был большой запрос, почему мы не строим. Из-за этого мы решили построить новые проекты в Алании. Мы ищем в наших проектах, где недостатки, слушаем наших жильцов, которые купили у нас недвижимость, также беседуем со всеми, кто покупает или сдает в аренду нашу недвижимость. Ну, качество, все, что нужно, мы с каждым днем все улучшаем. У нас есть несколько вилл на продаже, также есть проекты, строим много проектов. На данный момент у вас проект Best Life 6 и Best Life 8 на продаже. Сейчас остались у них на продаже проект Best Life 6. Квартиры, цены начинаются от 52 тысячи евро, если видите, да? Кому будет все интересно, обращайтесь, я все вам отправлю. Планировка, цены, фотки 3D. Все. Также в конце ролика вы можете увидеть все эти фотографии. Вы можете показать нам ваш новый проект Best Life 8?
на макете. Давайте я вам покажу макет. Здесь есть Best Life Karkidjak 2, который уже строится. Мы в Махмутларе, в Каркаджаке проекты строим на две части, разделили. Вот это стиль Best Life Karkidjak 2. Здесь есть скрытый бассейн, открытый бассейн, автопарк, фитнес, сауна, хамам, римская парная, кинотеатр. Все есть, вся инфраструктура присутствует. Осталось квартиры на продажу. Здесь осталось 4 квартир. Мы только начали строить этот проект, в этом месяце начали. Но уже, как видите, все продано, осталось 4 квартиры. Сейчас первый этаж мы уже достроили. Все продано. Осталось вот эти квартиры. Я сейчас постараюсь показать. Третья квартира вот находится она тут, снизу, которым горит свет. Номер 3, который стоит 55 тысяч евро. Это как бы над инфраструктурой. И есть верхняя квартира, 17-я квартира, которая стоит 60 тысяч евро. И угловая квартира, которая внизу дуплекса. 5 тысяч евро. Вот снова покажу вам. Понимали. И у нас есть наверху 3 плюс 1 дуплекс, 150 тысяч евро. И 2 плюс 1, 115 тысяч евро. Вот это дуплекс 3 плюс 1, это 2 плюс 1. Все, дорогие зрители, еще здесь у нас в этой компании как бы есть проект Best Life 8. Best Life Секис, Махмутларда. Махмутлария над улицей Ататюрка. Расстояние до моря там 700 метров. Кому будет тоже интересно вот этот проект Best Life 8. Так скажем, Best Life 6, Best Life 8, на данный момент остались квартирки. Вот цены. И сами оцените. Кому будет интересно, обращайтесь. Самое главное, как нужно оплачивать за недвижимость, которую купят наши клиенты. Ну, правила покупки. 35% начальный взнос, а остальное до сдачи проекта. Это может быть как 6 месяцев, 8 месяцев, 10 месяцев и 12 месяцев. Беспроцентная рассрочка. Гибкий график. Мы не мучаем наших клиентов. Кто как хочет, может оплатить. Кто может 3 месяца один раз оплатить. Клиенты бывают, например, говорят, мы не можем каждый месяц оплачивать. Ну, я, допустим, могу оплатить 5000 евро одним разом за 3 месяца или за 5 месяцев. Каждый месяц тоже невыгодно оплачивать, потому что платят в переводах комиссию. Из-за этого, чтобы этого не было, чтобы не попадали клиенты в минус. Ну, одним разом может также оплатить. Можете в банке кредит взять. Все можно взять. Также можем ипотекой решить вашу проблему, приобрести недвижимость у нас. У меня, если будут клиенты или мои друзья, знакомые захотят купить, для меня будет какая-нибудь скидка от вас. Да, Гасия, мы поможем вам, чем сможем. Услышали насчет цен, если что, для меня будет от Серкамбея тоже скидка на эти квартиры. Обращайтесь, поможем, чем можем. Фотографии все я сейчас выложу в ролик. Сами посмотрите, 3D-фотки, инфраструктура и вот эти проекты. Также у него остались несколько квартир с других проектов. Обращайтесь, тоже скину вам прайс-листы. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании и Серкамбей с компанией Best Life Construction. Всем пока-пока. С
sağlaşalım. Evet. Bizden de evini alırken anahtarlarını unutmasınlar. Şimdi size bir tane hediye veriyorum. Он даже дарит подарок, кто покупает у него квартиру. Брелок на ключ. Все, всем пока-пока. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna